Я вот недавно узнал, что в аниме, оказывается, есть такая хуйня с фуд-фетишем, что аниме девочек специально у них делают определенные подмышки, и они очень на них акцентируют внимание, и выглядит это как вагина. И заметьте, что только на скинах у Авки два скина, где она на пляже, и вот этот скин, он с ярко выделенной подмышкой, которая очень-очень-очень напоминает это аниме с вагинами. Просто посмотрите, блять, на это. Я когда это узнал...